сорт томата «Сладкая Линда». Это американский сорт черри, высокорослый. У меня в этом году в огороде вырос до 2 метров. Среднеранний сорт. Плоды собраны в сложные кисти. И в кистях до 10 томатов. Вот таких вот небольших розовых черри. Формировать такой куст лучше в 4-5 стеблей для получения большего урожая. И посынковать желательно до первой кисти. А дальше подвязывайте пасынки и собирайте урожай. Плоды округлые, ровненькие все. По вкусу очень-очень сладкие. Один из самых сладких сортов черри. Сейчас мы разрежем один томат. Вот такой вот черри. Очень сочный. Но главное его преимущество перед остальными сортами черри – это его сладость. Прям как конфеты. Любимое лакомство детей.